конце февраля в Санкт-Петербургской галерее «Эго», что на Гороховой 6, открылась выставка «Императорские яхты и их убранство». Выставка напоминает о втором значении слова «яхта». Яхта – это еще и правительственное судно для высокодолжностных лиц. Какое лицо, такая и яхта. Кому-то хватало ботика, кому-то был нужен плавучий дворец, как вот этот, под названием «Ливадия». Последняя императорская яхта «Штандарт», длина корпуса 112 метров. В советское время роскошный «Штандарт» использовали как корабль-цель. Потопили, потеряли. Теперь группа энтузиастов строит новый «Штандарт». А пока он существует только в таком виде на выставке, которая продлится до начала мая. Вход бесплатный.